Общественные организации страны переживают новую жизнь благодаря вниманию, которое им уделил президент страны в прошлогоднем послании Федеральному собранию. ТОС и Бульяновске подобную поддержку региональных властей получили раньше. Сейчас, помимо слов, есть гранты, субсидии и прочие виды помощи, которые очень необходимы самоуправлению. В прошлом году была образована ассоциация ТОС. Если в прошлом году было в городе в районе 64 ТОС и 3 ТОСа было в Ульяновской области, то сейчас на территории Ульяновска 73 ТОСа и более 80 уже на территории Ульяновской области. Сейчас в данный момент на территории Ульяновской области совместно с городом Ульяновском 157 ТОС. Это ТОСы зарегистрированы в качестве юрлица. Хочу сказать вам до примера, что на территории Российской Федерации у нас более 30 тысяч ТОСов, 862 из них в качестве юрлица и 157 из них это наши ТОСы. Юрлицам труднее, строже отчетность, сложнее задачи, но есть важная деталь. Только они могут участвовать в грантах, только они могут привлечь бюджетные деньги на свою территорию. Ульяновская ассоциация входит в федеральное правление. В Москве знают, наш регион – безусловный лидер в России по этому направлению общественной работы. У нас в ТОС движении 401 человек. Мы реализовали за короткий период времени, мы зарегистрированы только в 2017 году, мы уже реализовали 4 социальных проекта. Делать то, чего хотят люди – залог правильной и успешной работы. Власть готова помогать. 52 миллиона в этом году в региональном бюджете выделены. И это помимо программы грантов. Сейчас ТОС – серьезная сила, готовая решать не только территориальные проблемы, но и другие. Одна из площадок была посвящена возрождению на базе ТОС добровольных народных дружин или милиции. Это не только благоустройство, в которое сейчас все так ринулись, но это же только малая часть на самом деле. Я уже много раз говорил, так сказать, там и контакт-центру ульяновскому, который попросил быть неким такой вот экспертной площадкой, и Сидорову, так сказать, и прежде всего своим чиновникам. У нас там, если посмотреть, так сказать, по законодательству, значит, так сказать, и по практике, которая есть в мире и в России, там почти полтора десятка функций, которые вы можете заниматься. И занимаются. Молодежные советы ТОС, советы старейшин, матерей, семейные, волонтерские организации – все это уже существует при ТОС и решает многочисленные проблемы людей. Однако губернатор заметил, что все это должно быть упорядочено. Нужна четкая стратегия и точное следование намеченным планам. Критике подверглись чиновники, отвечающие за работу с ТОС. У нас всего в городе 7 ТОСов. Нам выделили средства только на 3 ТОСа, те, которые зарегистрировались до 1 февраля 2018 года. Когда нас собирали в администрации города, товарищ Крючков, который сегодня здесь озвучивали, он говорил, что во второй половине года, возможно, те, кто попал, мы зарегистрировали 6 февраля, еще 4 ТОСа нам субсидии не выделены. Разобраться, помочь, наладить работу и отчетность готов губернатор и ассоциация ТОС. Некоторые городские объединения считают, что им хватает правовой поддержки контакт-центра. Однако сельские ТОСы не только хуже финансируются местными муниципальными властями, но и находятся в правовом вакууме. Как она будет решаться – вопрос времени. Пока эту пустоту заполняет только ассоциация ТОС, которая на данный момент не обладает аппаратом, способным в полной мере охватить проблему. Несмотря на трудности и несогласия, работа будет продолжена, и все заинтересованные в ней готовы искать компромиссы и решения. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.